где-то игра схожая была с игрой с Уфой, где соперник против нас применял коллективный прессинг. Нам не удалось забить в первом тайме. Но во втором тайме вот у нас пошли голы, момент. Игра, я думаю, во втором тайме. В связи с тем, что мы забивали, конечно, в первую очередь с этим, получилось. В целом, конечно, выиграть сейчас любой матч, это очень важно, поэтому, конечно, очень важная победа. Олег Георгиевич, какие коллективы будут производить перерывы, что в своей команде? Продолжать нагнетать в атаке, ну, конечно, быть внимательным в отборе мяча. Пожалуйста. Как дела у Подберезкина? Вроде ожидалось, что он уже раньше не будет покараться. Нет, он только начнет с завтрашнего дня уже тренироваться в общей группе. Олег Георгиевич, Сергей Игнашевич сказал, что Краснодар главный конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство. Вы согласны с этим? И как вообще перед праздником следить? Ну, пока я не могу говорить о Лиге чемпионов и о Лиге Европы. Наверное, это все мы обсудим уже после того, как закончим все игры. Для нас каждая игра важна, а как мы сыграем, от этого зависит и место в турнирной таблице. Какой результат может по итогам сезона назвать ужасным, так скажем, а какой отличным? То, что не попадем в Лигу Европы. Вы, наверное, изучали Анжи, и вот из этого стал вопросом, насколько неожиданно оказался стартовый состав, может быть, не в целом, но отдельные персонали, и на что попросили обратить особое внимание своих подопечных перед игрой? В принципе, мы состав угадали, но только думали, что Бали будет начинать игру. И Хадарцев. Вот. А то, что Анжи очень активно играла в отборе, да, это было в какой-то степени неожиданностью, потому что мы сколько игр играли с Анжи последние, мы не испытывали такое давление. Очень организованно, очень мощно играл команда в отборе мяча. Может быть, не так хорошо в атаке, но хотя контратаки, вот такие моменты в первом тайме очень опасные были. Один удар очень опасный, по-моему, бил Максимов, очень доставил нам неприятности, в частности, конечно, нашему вратарю. Ну, по игре я сказал, что после игры так, мы ждали ошибки Краснодара, но Краснодар сегодня сыграл без ошибок в обороне, и у них получалось многое в атаке тоже. После второго мяча команда перестала играть, я имею в виду про нашу команду. Да, мы знаем манеру игры Краснодара, готовились именно такой игре. Ну, скажу, что были у нас пару моментов и в первом тайме, и во втором, так выходы в атаку. Ну, еще раз повторюсь, Краснодар сегодня сыграл без ошибок.